Женек, твой комп готов. Но есть запара. Надо снять какой-нибудь мега-классный ролик про этот комп. Мужик, идей никаких. И честно говоря, это уже достаточно изрядно парит. Знаешь, что думаю? Может быть, придумал. Как насчет того, чтобы снять ролик? Йоу-йоу-йоу! С вами снова Hyper Boost. И сегодня мы прокачали компьютер Юджина Сагаса. Кажется, это он. Женек, заходи! Рамзибит, здорово! Здорово, мужик! Боже мой, я не верю, что этот день наконец-таки настал. Ты готов увидеть свой комп? Да, я готов. Ты уверен, что готов увидеть свой комп? Я уверен, что готов. Мать твою, ты уверен, что готов увидеть? Мать твою, я уверен, что я готов увидеть свой комп! Увидь его! О, блин, ты че, охренели, что ли? Боже мой, ты... Я не верю, ребят, ты, Рамзибит, иди сюда, я тебя обниму, мужик! Охренеть, че, реально, что ли, мой комп? Братишка, давай. Мы поставили тебе две видеоки, 64 гигабайта оперативной памяти, топовый прод. Здесь находится PlayStation, здесь Xbox и жидкокристаллический экран. Офигеть! Йо, братан, теперь этот комп твой. Офигеть, спасибо огромное, Рамзибит, спасибо всем ребятам из Hyper Boost. Это охренительный комп, это лучший день в моей жизни. Не катит. Мне не нравится это. Мы делаем одно и то же. Скучный, однообразный контент. Нужно что-то, что хлопанет. Что-то классное. Что-то свежее. А что насчет... Деньги принес. Сначала покажи товар. Он не докатился. Тяжелый. Это все не то. Нам нужно больше страсти, нам нужен сексуальный ролик. Ведь твой комп, Женек, твой комп чертовски сексуален. Сексуальный компьютер, компьютерный секс, порнуха, порнуха на компьютере, компьютерное порно. Вот, вот оно, нам нужно компьютерное порно. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Dragon Art Theater. Before the program starts this evening, however, a word of warning and caution. The films you are about to see are adult motion pictures, rated X. О, да, детка, ты просто великолепен. Меня так заводит твой корпус, Cooler Master Cosmos 2. Подойди поближе, я хочу посмотреть, что скрывается под ним. О, сейчас я загружу тебе по полной оперативную память Kingston HyperX Predator 64 гигабайта DDR4 на 3000 МГц. Дай-ка я пощупаю две твои сочные видеокарты Asus ROG Strix GeForce GTX 1080. Сладкий, да ты весь горишь. Я шучу. Ведь ты не можешь гореть, поскольку в тебя встроена система водяного охлаждения Hyper Water Cooling. Какой у тебя рабочий процессор Intel Core i9-7900X 3300 МГц? Детка, у нас с тобой сейчас будет очень жесткий диск Seagate Barracuda Pro на 10 ТБ. Ого, какой у тебя твердотельный диск SSD Kingston HyperX Predator на 480 ГБ. Ну все, я кончаю говорить, пришло время играть. Слушай, а может я просто возьму комп и домой пойду? Как вариант. Ок.
Окей?